Вот. Добрый день. Ты знаешь, почему я тебя остановил? Нет, не знаю. Ну, увидишь. Куда мы едем? Я церковь еду. Церковь. Ну, права есть? Права есть! А все нормально? Угу. Да. Ну, а техпаспорт есть? Техпаспорт тоже есть. Угу. Вот он. Есть. Ну, смотрим. А, аптечка есть? Аптечка есть! Совсем новая. Ну, ладно. А, окношки работают? Работает. Ну, не надо. Ну, что еще надо? А свет работает? Свет работает, совсем новый, смотри. Ну как можно еще деньги истратить? А, радио есть? Радио есть. Ну, ключи. О! Возьми меня для пробуждения. Все чистое пробуждение делают те, кто прошел посвящение. Был верен в испытаниях, пережил освящение. Готов ли ты платить такую цену? Многих убивали за то, что не несли истину. Если ты боишься гонений и сатану. Ты видел, полицейский танцует, а? Ну, деньги давай. Ты это называешь танцевать? Сейчас покажу тебе, как танцевать. И еще не забудь, что мы одна команда. Между собой конкурировать не надо. Мы воюем не с людьми, а с силами ада. Если мы будем едины, нас ждет победа. У нас одна вера, один бог, одно дело. Один враг, который боится, когда мы действуем смело. Времени мало, шатра поспела. Если ты со мной, вставай в строй, начинай делать. Просто прими решение. До свидания. Мои деньги!